Привет, друзья! Сегодня 15 октября 2015 года. Хочу поведать вам о своей последней работе. Решил сделать кунг на мытищинский прицеп. Ну вот мой старенький мытищинский прицеп. Какое состояние? На троечку. Не очень. В общем-то, вот на него и собрался сварить кунг. Кунг будет достаточно высокий. Высота 2 метра. Вот теоретический эскиз. Дверка будет сбоку и дверка сзади. Там, с задней стороны. То есть вот с этой стороны планировал дверку боковую. Открывается кверху, приподнимается, значит, можно палатку поставить. Ну и сзади на задний бок.